по чудо. На то, кто пройдет дальше. Как всегда говорю. Никогда не было вообще никогда. Вот ребят, смирись уже. Все, растекаетесь. Отца Андрюх! Седы! Итак, у нас начинается полуфинальная стадия в золотом кубке конференции А. И сейчас играют Кумус и Русал. Кумус, напомню, обыграл МТС Банк. Сумел это сделать лишь в серии пенальти. 0-0 было в основное время, 3-1 в серии. Русал 3-0 обыграл Московский кредитный банк. Здесь не было проблем с забитыми мячами в основное время. Русал сразу забирает мяч под контроль. Всем составом перешли они за центр. Здесь не игровое столкновение. Коля, бой! Первое нарушение правил зафиксировано. Русалы мяч контролируют больше, кумусовцы больше бьют. Пока очень любопытный рисунок игры. Последний день слили все. Лучший момент сейчас в матче был у Русала. Для того, чтобы забить, нужно было просто попасть в ворота. Но обычно возмездие за такие ошибки не заставляет себя долго ждать. Салу немного не хватает движения сейчас в атаках. Вроде бы кумусовцы особо не прессингуют. И здесь без движения практически. Все-таки Русал забивает опровергаемые слова. 1-0.
Еще один угловой конуса. Втроем против двух защитников атакует Русал. Отложенный фол Комусу. Да? Отложенный, видимо, Комусу должен быть. Да. А потом красный. Да. Вот так. Отложенный Комусу. Да, все. Чугунов не сразу мяч забрал себе, и поэтому продолжилась атака. Ну. Отбор снова за Русалом. Очередная потеря необязательная у Комуса. Удар неточный. Тайм-аут Комус берет. Вообще мертвые. Тут что-то посыпались. Прям как песочные. Юрец, а это в байку, чё ты? Ну что ж, как мне кажется, очень своевременно комусовцы взяли тайм-аут. Уже в первом тайме стало понятно, что разваливается команда. Просто перестают бегать игроки, и нужно здесь что-то менять. И желтую карточку получит игрок за излишнюю эмоциональность. Завелся Комус, это требовалось, но, может быть, не стоило уж настолько рьяно это делать. Три нарушения правил у Комуса. Может быть, сейчас игра пойдет пободрее. Очень близко к голу. Серега, 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 Сер
Конец первого тайма. Счет 1-0. Второй решающий тайм первого полуфинала. Состав участников этого матча не изменился. Комусы, Русал. Русалы ведут с минимальным преимуществом в счете. Сейчас, правда, могли его увеличить. Попробуйте, попробуйте, Серег. Серег, окей. Матвей, включай, Матвей! Матвей, мяч! Матвей! Не удается пробить, по-разному можно трактовать этот момент. Ну, в данном случае трактовка такова, что нарушения правил не было. Момент у Комуса. Но если в таких не забивать, то в финале точно делать нечего. К слову, матч за третье место у нас не предусмотрен. Такой настоящий плей-офф. Кто вылетает, никуда не проходит. Где у нас Кирилл Андреевич? Он Андреевич? Хорошее отчество. Чё-то принёс, чё-то положил. Ну да. Лучший вратарь, лучший защитник. Защита негов. Не спешит Русал, у них преимущество. Могут себе позволить бесконечно делать пасы назад, пока поле не закончится. Ну вот Комусу, соответственно, стоило бы поторопиться. У них такого запаса времени нету. Неожиданный гол забивает Русал, ошибается здесь Чекунов. Но что, 6 минут есть это время по команде, чтобы исправить эту ошибку. Если исправить не получится, то Русал у нас отправится в финал. Ну а Комус из борьбы выйдет. Еще один шанс у Русала. Сразу перехват красный. Ну это уже просто расстрел ворот. И контратака. 3 в 2. Мяч вместе с игроком Русал пересекает линию. Отправляется в сетку. 1-2. Наконец-таки Комусу удается забить с игры. Тут 35 минут сегодня без забитых мячей играли.
Ну что, как закрепился? Да нормально, я зашел. Вот. Да? Смотри! Ну что, тоже красава. Серый, бля! С пилотурой? Блин, ну это не то. Я ни разу не пробовал шаурму без пива. Не знаю, какая она на вкус. Когда ее не запиваешь. Нормальная, да? Там у метро брал, да? Я там один раз съел. Нормально, да, да, я как-то с такого будвища приехал, и я не посмотрел. В этот день почему-то на час позже начинались матчи, а? Ну, типа того. Вот. И смотрю, час, короче, у меня есть. Ну, ладно. Поправился. А потом тебе как было? Полдня? Ему были целый день, и тогда то ли Пашка, и мы тут, да, и мы, и мы с Кирюхой и с фотографом здесь под это поднакидывали, сидели, подяжили с этой сколой. Я тоже, кстати, что-то вот не знаю. Еще один вратарский гол пропускает Чекунов, но здесь дело не только в нем. Вся команда вышла на матч явно не настроена. И даже тайм-аут, взятый еще в первом тайме, не особо помог. Понятное дело. Как выходной обозначить? Я вчера взял свой 0,75 домашний, там пиво, там шампанское, как вино. Знаю, как там откидывается. Я же показал, отложено в пол. Вот надо сразу так, что вы еще попить? Будь любезны. Кому пол? Сейчас, ребят, секунду. Секунду. Миш, скажи, пожалуйста. Зеленый. Да, что уже такая же. Все отлично. Ну, была, да, но это давно. Андрюха! Давно. Чего? В первом тайме ты. На 2,5 минуты нужно собраться к Комусу. Чего? Это было в первом тайме. Да. Вот там в углу, да? Так вот, вчера футболку взял. Ничего себе. Шаривает ее с двух сторон. А это где ты брал, расскажи? Вот такую вкуснатуру. Да? Заезжай к нам. У нас очень хороший. Блин, нормально. Да. Четвертый до этого чего-то. Но сейчас же посудишь. Крутяк. Крутяк. Ну это, блин, жизнь общажная. Я в общаге не жил, кстати. Вот это упустил как-то. С одной стороны это что, не жил в общаге? Да. Ну мне не очень нравится вообще. Не люблю. Слишком тесно, знаешь. Я такой человек. Давай души! А так еще 4 человека. Все, ребят! Да, я помню. Сколько у вас? Еще 4 в комнате? Ну, Рома, Рома, с вами пошел! Пока с вами. Типа, вот через полгода отсюда. А так вообще четвером. Да, ну сразу. Все равно до хрена. Пятером. Но самое главное вводят это алкоголь и хорошая еда. Вот. Это работает вообще еще лучше. Ты что, пришел, похавал там? Хорошая еда вообще. Да не, я нормально. Студенты. Я нормально. Чекунов подходил к воротам и сумел их спасти. Ну, что, может быть, создаст интригу Комус на последние секунды. Давай, 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 давай.
Чекунов уже на ворота даже не возвращается. Особого смысла в этом не видит. Неправильный вот мяча от ворот. Чекунов вот так вот, особо даже не наблюдая за игрой, все равно умудряется мячи отбивать. Все, закончились эти мучения, 3-1 победил Русал. Вы куда?